Судья, блядь, стоит, не может шайбу кинуть. Ну. Конечно, шайба есть. Судя, вас, блядь, вытащили овертайм. Если бы не удали бы левое удаление, хрен бы вышли бы. Сейчас Балангал бы праздновал, по-моему. Ну, это как бы удаление, судья. Конечно, не даст. Пиздец просто. Ну. Ну, судьи вообще ничего не видят, блядь. Судят пользу Акбарса спецом. Ну. Блять, задолбал этот Акбарс уже. Что за бред? Что за отскоки, а? Ну. Задолбали. Сейчас будет. А все, как Барс отскакивает. Просто, блядь. Бред какой-то, блядь. Просто ебаный бред. Ну, ребята, давайте. Ну. Ну, бросок, видал? И, конечно, контратака. Пиздец просто. Да идите нахуй, блядь, пидорасы ебаные. Пиздос просто, блядь. Просто ебаная команда от скокеров. Тупо, блядь, за счет судейства выиграли, блядь. Просто мафия вас судит, блядь. Идите нахуй, ублюдки, блядь. Бред, блядь. Ну просто шайба отскакивает к вам постоянно, прилипает, блядь. Татары ебучие, блядь. Что за бред, блядь? Ну бред, блядь. Это судьи просто не дают. Не свистят, когда надо, блядь. Когда не надо, сразу свисток, блядь. Пиздец просто. Твари, блядь. Это несправедливо. У вас судьи, блядь, левое удаление дают. И все, блядь. Только можете так выигрывать, блядь. Я в субботу плашите, мать. Ну нахуй, это бред, блядь. Чушь полная, блядь. 3-2 в серии, ладно, заканчиваю единственное. Вам повезло, Акбарс.